МЧС. Примем информацию. Кто готов, подтвердите. 19-й прием. 026-й, 2-0. На связи. Ориентировка на мусоровоз. Еще раз повторите. Мусоровоз. Вот это прикол! Я ерундой заниматься. Эфир не засоряем. 2-0. А связи? Устанавливать и досматривать груз. Сейчас удачи. Документы смотри там, во сколько забрал. Работаем. Воздушная покорежник. Еще один поехал. Не нужно вас. Троих проверим ничего. Или до вашего распоряжения. Явно рядом ДПС, внимание, зеленая улица, кортеж. Транспорта мало. Меня зовут Макс. Мне 29 лет. Для всех я хозяин жизни. Точнее, топ-менеджер. Руководитель кредитного департамента в крупном российско-французском мегаполис-банке. Я разновидность дорогой проститутки, лавирующей между завышенными запросами руководства, собственным разгильдяйством и тупостью подчиненных. Мои клиенты — это мое начальство. Я считаюсь одним из лучших игроков в команде, и мой годовой доход евро составляет симпатичную сумму с 5 нулями. Жизнь удалась. А вот и наш офис. Башня Мордора. Обитель мирового корпоративного зла. In an hour's time. Золотой телец требует новых и новых кровавых жертвоприношений. Здравствуйте. Жрецы Майи были щенками по сравнению с менеджером среднего звена. Отрезанные головы скатываются к подножию пирамиды, но этого уже никто не замечает. Здравствуйте. Вызывали? Судя по запаху, водка, сауна и шлюхи. Тяжело Кондрату. Ему уже не 19 и даже не 40. Алкоголизм — это не корпоративно. Здравствуй, сынок. Здравствуй, Алексей Алексеевич. Садись. Я тут вчера был в поликлинике. Хреновые у меня анализы. Так что через месяц-два я. Алексей Алексеевич. На пенсию. Хочется напоследок сделать что-нибудь стоящее, какой-нибудь яркий проект, понимаешь? Понимаю. Нужны завышенные показатели по кредитам. От этого зависит твое выходное пособие. Не совсем. Ну, например, строительство коттеджного поселка «Рай миллионеров». Девелоперы консолидировали землю, скупили 2 совхоза, военную часть. Собираются строить здесь шикарные особняки. Я думаю, что это будет хит продаж. Очередное гетто для привилегированных. Что-что? А чем будет обеспечен кредит? Землей, на которой будут строить. Рискованно. На этом направлении сотка в цену золота. Никаких рисков. Извините, я вас не помешал? Алан Гаридо, вице-президент от французской стороны. Утверждает, что работал в крупных европейских банках, но в каких не уточняет. У нас во время Петра принято приглашать проходимцев. Высмеивает варваров. А в бумажнике лежит карточка борделя в стиле Сада Маза. Стукач. Вы что-то сказал, Макс? Я горжусь тем, что я работаю с вами в одной команде. А, это очень хорошо. Мне тоже приятно. А, это есть какой-то новый проект наш банк? Ничего конкретного, месье Гаридо. И вряд ли это имеет отношение к вашему отделу.
Панические люди клаксоны. Вот оно, подлинное искусство. Светская Москва. Ярмарка тщеславия. Так называемое высшее общество. Сборище якобы сильных, якобы богатых и якобы знаменитых мира сего. Террариум. А что это за красавчик? Ну, рассказывай. А, этот? Макс Андреев. Детдом отсадил. Я с ним в финакадемии вместе училась. Госпожа Суворова, кого я вижу? Алена. В детстве была домашней девочкой. На курсе самой эффектной студенткой. Потом работала на Ближнем Востоке. Сейчас расчетливая акула в поисках большой и светлой любви. Какими судьбами? Я вообще-то здесь по делу, а вот что ты здесь делаешь? Люблю современное искусство. Хочешь одним прыжком бубки запрыгнуть в высшее общество, да? Ну вот. Зачем так со мной? Ну что ты дуешься? Беги скорее вон, твоя новенькая пришла. Ты так увидишь, как будто сейчас заплачешь. Я ногу натерла. У меня третье мероприятие на сегодня. А давай тебе жену. Подожди ты, Макс! Ну не мешай! Представляешь, мой продюсер говорит, что беременность – это отличный информационный повод. Я что, ему аквариум, что ли? Толстеть, рожать, кормить. А по-моему, пара килограммов не помешают твоей попке. Что? Что ты имеешь против моей попки, а? Животное. Она вне досягаемости. Максим Евгеньевич! Давай минут через 15. Здравствуйте. Здрасте. Максим Евгеньевич, материалы по проекту «Рай миллионеров». Спасибо, Катя. Работаем, работаем. Блин. Пархоменко! Нужно круто преподнести проект. Как ты это умеешь? А когда? На конференцию региональных филиалов. Так это ж через... Сам только что узнал решение руководства. Запросишь материал у девелоперов, да, и Норман прилетает. Сам? Нет, блин, аэробусом. Ответственность понял? Угу. Работаем, работаем, господа! Не попробуй только мне облажаться. Я просто подумал, что... Вы могли бы подключить свои связи? Кончает молча. Прикинь. Послушай, ну это уже патология. Ему что, стонать сложно? Сложно, сложно. Да ну, все опять нажрутся, начнут дилеру звонить, а у меня нос болит. Давай хотя бы один вечер проведем спокойно. Да ладно тебе, чего ты? Я просто обещал ребят навестить.
Фу. Я думал, ты устрицы любишь. А чего ты постоянно заказываешь? Потому что если я закажу сосиски, на меня все пальцем будут показывать. О! Ты только посмотри. Из цирка, похоже, клоуны сбежали. Здрасте. Электронная дезинсекция и дератизация. У вас обнаружены синотропные насекомые. Нам позвонили. Будьте добры, пожалуйста, санитарные документы ваши предъявите. Простите, какие санитарные документы? Ну ничего, ребят, проходите пока, мы сейчас разберемся. Я сейчас принесу. План подождите производственного здесь, контроля и санитарную документацию объекта. Молодой человек! Внимание, жующие! Нет геноциду меховых зверьков! Хочешь кожаную куртку? Выйди один на один с крокодилом! Шиншилла не крыса! А человек. Сними с блондинки скальп на шубу! Блять, а? Тюбаны выродки, они прям понимают, что они нахуй делают или нет, а? А ты чё ржёшь, мудак? Смешно, да? Ты, блядь, знаешь, сколько всё это стоит? Тебе-то какая разница? Ты за них не платила. Да я заплатила присутствием твоей жизни, скотина! Хочу заметить, твое присутствие влетает мне в копеечку. Что? Так вот не надо строить из себя обманутого спонсора, ладно, нахуй, не надо сейчас. Решил потрахаться со звездой на халяву? На халяву попасть, блядь, в светскую хронику, да? Да ты должен, блядь, хлопать в ладоши, что нахуй здесь рядом сидишь. Таких, как ты, до Красной площади, блядь, раком не переставишь, жлоб. Эльвира разнесла стройную теорию Дарвина в пух и прах. По ее мнению, в наши дни выживает не сильнейший, а тот, чья морда чаще мелькает в глянце. А мне в голову пришла другая блестящая мысль. Я придумал, как мы расстанемся. Ай! Ай, больно же! Ты чё творишь, а? Ты чё, охренел? Ну и ёбывай отсюда, сука! Шкотина, блядь! Импотент! Мразь! Ненавижу тебя, как злина! Секретарша Катя. Андроид. Работает от сети. Если ее отключить, это вызовет сбой в ее операционной системе, сотрет всю память и выведет из строя на месяц. По дороге домой она переходит в режим улицы и воспринимает информацию только из женских журналов. Алло? Да? Я узнала, что такое стукач. И что же это значит? Стукач — это человек, который пишет донос. Я прошу прощения за эту резкость. Что нам с тобой делить? Хочешь кондратическое место занять? Да пожалуйста. Поехали в клубешник. Девочек снимем, разнюхаемся, а? Ну давай. Раз жизни живем. Но, мерси, Макс. Я не принимать наркотик. Да ладно, у тебя все наружу написано. Хер ты кондратическое место получишь, мудила.
Сам ты мудила. Ничего в людях святого не осталось. Все только бабки хотят. Кокс по 200 баксов за грамм. Дал денег на 10, приносит, взвешиваю 8. Я охреневаю от Москвы. Миш, у нас все закончилось. На, только поаккуратней. Спасибо. Вот можешь сказать, что они все радуются, а? Ведь одно и то же дерьмо. Те же танцы, музыка, бухло. Я всю жизнь строю клубы, уже блевать от всего этого тянет. Они все радуются, танцуют, бухают. Ну и что, решил завязать с клубами? Наоборот. Открываю новый здесь, в Москве. Мебель из Италии, дизайнер японец. Вбухали больше 2 миллионов. И все накрылось. А что так? А партнера прокинул. Перед самым открытием, за месяц. Выдернул деньги. Это 600 штук грина, прикинь? Вот и перебегаем, как саны и веники. Ищем деньги. Ищем деньги. Он мой партнер, видишь? Рядом с рыжей херью. Сань! А что, никто вкладываться не хочет? Сейчас! Желающих выше крыши! Вот за моей спиной, видишь, ребят? Так и мечтают вложиться, а потом сделать здесь сауну с проститутками. Меня пристрелить и все забрать, понял? Макс, пора начинать новую жизнь! Это что, значит переехать жить в ночной клуб? Да! Да, Макс! И не просыпаться в понедельник в 8 утра! Костюм этот носить только на Хэллоуин! И зарабатывать гораздо больше! Гораздо, Макс! Это сверхприбыльный бизнес! Подумай, подумай! Там особо не увлекайся. Я сейчас тебе такси вызову. Миша Вуду открывает новый клуб. Предложил войти в долю за 20%. Миша Вуду тебя? Он же крутой клубный промоутер. Вань, хватит тупить, это не корпоративно. У меня все равно столько нет. А сколько надо? 1600-700, а у меня только 300. Я тут поистратился на одну. Так дай сам себе кредит по 0%. Вать, такой остроумный. Максим Евгеньевич. Слушай, надо встретиться. Встретимся. Максим Евгеньевич, Пархоменко принес диск с презентацией, чтобы вы успели его посмотреть. Через 10 минут конференции не забудьте взять его с собой. Алло? Нет, мне просто секретарь сказал, что от вас звонили.
Да я понял, что у вас нет в переговорной, потому что там вообще никого нет. Ясно. Что за шутки такие идиотские? Конференция начинается через 2 минуты. О-ля-ля, Макс, вы опаздываете на конференс. Attention, Макс. Жалко, что вы не успели посмотреть, но там все красиво. Природа, девушки. Молодец, Пархоменко, я в тебе не сомневался. Поставишь, когда дам знак. Хорошо. И также я с радостью констатирую, что объем безналичных платежей... О, через какие люди без вертолета! Здорово, красавчик! Здравствуйте, Наталья Викторовна. Замечательно вы видите, рад вас видеть. Читала о вас в журналах, вы такой известный стали. Работаем над этим. Наталья, замдиректора питерского филиала. Трахаю, когда приезжаю в Питер. Жадная патологически. Таскает меня по бутикам и пытается заставить меня скупить их целиком. Рынка, и как это не было бы неприятно вести Норману увеличение бюджета, там, господа. Много интересного. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Нашему банку необходимы новые яркие мы проекты. Мы с ребятами решили после конференции в боулинг пойти. Поедете с нами. Конечно. Сейчас. Спасибо, что позвали. Руководитель кредитного... 100 лет в боулинге не был. Там, так сказать, золотой голос, я не побоюсь этого слова, орфей своего дела, Максим Евгеньевич Андреев расскажет об одном из таких стратегических, я подчеркиваю, стратегических проектов. Спасибо, Алексей Алексеевич. Всем, конечно, безумно интересно, что это за проект. Совместно с девелоперской компанией «Галеон» мы разрабатываем проект строительства коттеджного поселка премиум-класса «Рай миллионеров». Вот как он будет выглядеть. Внимание на экран. Пока это только кусочек девственной природы, который расположен на незначительном удалении от города, на одном из самых престижных направлений в экологически безупречном месте. Ни у кого не вызывает сомнения полная ликвидность проекта еще на стадии девелопмента. Этот мирный уголок будет прекрасным убежищем от городской суеты. Особняки построены с применением новейших западных технологий. Безусловно, станут хитом продаж. Грубо говоря, мы поимеем весь рынок. Мы не можем серьезно относиться к проекту с такой изображением. Я думаю, что мы не будем сейчас говорить об этом проекте. Произошла накладка, я не успел договорить. Стоимость земли перекрывает стоимость кредита почти в 1.5 раза. А средства массовой информации уже пишут о рае миллионеров, как о неком подмосковном чуде. В офисах уже десятки людей, хотя продажи еще не начались. Любой другой банк с радостью войдет в этот проект и выиграет. А мы проиграем из-за осторожности. Я не знал об информации. Я не знал прессы. Месье Норман сказал, что проект ему понравился. Он считает, что любые риски перекрывают выгоды от проекта, который получит наш банк. И ему нравится провокация в рекламе, но с животными это слишком. Ну и гандон ты, Пархоменко! Где ты взял этот ролик? Это не наш диск, вот наш диск. Тогда откуда взялись трахающиеся бегемоты? Я не знаю. Мозг включи, придурок. Кто мог это сделать, если между тем, как ты мне принес диск и началом конференции, прошло 5 минут?
Простите, Максим Евгеньевич, я правда не знаю, кто подменил диск. Я же никому ничего. Пару раз заходил, месье. Гриду. Или сам сделал, или кого подослал, сука. И хер что докажешь. Ты должен договориться, чтобы в интернете висело 10 статей о том, что это сарай миллионеров, восьмое чудо света. И что в офисах очереди стоят с чемоданами денег. А послезавтра, чтобы все это появилось в газетах. Понял? Да. Больше так не могу. Я по поводу дезинсекции. У меня тараканы завелись. А если тараканы в голове, то дезинсекция не поможет. Хотелось бы объясниться. Хотелось бы познакомиться. Юля. Да, Юля. Здравствуйте. Максим. Так-так. 19 лет. Студентка третьего... Нет, второго курса. Поступила со второго раза. Но зато сама. Девочка из хорошей семьи, с богатым внутренним миром, без вредных привычек, вегетарианка. Верит в свободу выбора и то, что может изменить мир к лучшему. Спит в обнимку с плюшевой мишкой. Ну что ж, Максим, 30 лет, банкир, тщедушный, алчный, наглый, жадный, пошлый. С детства мечтал выбиться в люди, уверен, что ему это удалось. Квартира. Машина, кредитная карта. Несмотря на все его усилия, жизнь кажется ему однообразной и скучной. Он ищет все новых и новых развлечений. Какие-то проблемы? Авдеюшка! Авдеюшка! Чего? Познакомься. Это Макс, он будет финансировать наши акции. Простите, вас как зовут? Максим. Видите ли, Максим, дело в том, что наши акции, которые вы планируете финансировать, не выставляются на бирже, и мы не принимаем в свои ряды офисный планктон. Почему? Потому что вы продажные, безыдейные. Авдеюшка, можете на минуточку, а? Можно. Ты что, отъехал головой, что ли? А если это мент, ты что? Может, ты будешь думать, что я кому-то говоришь, а? Ага, сколько можно? Что сколько можно? Может быть, я сама буду решать, с кем мне общаться, ясно? Да ты решай, с кем хочешь, с кем общайся. Только не надо каждому дворнику и каждому уроду рассказывать, чем мы занимаемся. А урод, он мне нравится. Да, нравится. Что вы говорите? Мне кажется, в нем есть потенциал. Потенциал, прям да. Полный штаны потенциал, прям заплачу сейчас. Авдеюшка, какой нарядный псевдоним. А это ваша организация, да? А что, если вас поймают? Да все лучше, чем сидеть и смотреть, как люди превращаются в дегенератов, которые умеют только зарабатывать и тратить. Зарабатывать тоже не так просто. Бороться за правду тоже непросто. Попробуй. Давайте. Алло. Ну, привет, банкир. Ух ты, Юля,
Какая неожиданность. Слушай, я подумала, что история с твоим этим диском, это как-то несправедливо. Твой француз, он вышел на Авдея, и у нас было мало времени, мы не проверили. В общем, прости. Ну хорошо, тогда с тебя свидание. Я люблю вечерние прогулки. Алло. Да-да-да, я здесь. А где? Когда? Ну, давай через час на Кутузовской. Я буду. Чего стоишь? Залезай. Держи, снимать будешь. Крепче держи, бля. Все взяли, да? Здание видно? Видно, Авдей, видно. Что мы хотим сказать? Мы считаем, что люди сегодня перестали жить реальной жизнью. Ее заменили бессмысленной и беспощадной погоней за трендами, брендами и прочей херней. Вот. Еще мне хочется сказать, что деньги – это абсурд. Вы каждый день тратите на то, чтобы спустить унитаз. Вы работаете на очко. Вы каждый день спускаете свою жизнь в унитаз. Вы просто просираете ее. Да. Менты. Валя, Валя. Спасибо за романтическую прогулку. Да не за что. Знали бы мои боссы, чем я здесь занимаюсь. Ты это правда делаешь? Из убеждений? Правда. В детстве я любил фильмы про мушкетеров. Они так часто делали, когда им нужно было спастись от гвардейцев-кардинала. Это ничего не значит. Ну, конечно, нет. Да. Нет. Я и в мыслях ничего не думал. Телефон дай. Телефон? Да, давай. Но если бы они проехали еще раз... Телефон дай, мушкетер мой разрядился. Кому будем звонить? Авдею? No!
Спасибо, услышала вас. Да. Ребята, зачем вы это делаете? Для себя. Для того, чтобы попиариться. Амиго, ты что, прикалываешься, да? Ты что, не видишь, что происходит вокруг, в стране, в мире? Что все превращается в тоталитарное вообще государство? А вам что этот режим сделал? Нам лично или вообще людям в стране? Ты сексист гребаный, ты мне совсем слово сказать. Говори, кто тебе мешает, что ты орешь? Тихо, тихо. Вчера девчонки на двери ментуры хотели плакат наш повесить, их 8 часов продержать. А лучше бы они пошли и со своими парнями сексом занялись. А ты людей воспринимаешь только как половых партнеров. Спасибо. Мы этого не заказывали. Это я заказал. И я платил. А кто тебя просил? Авдей, если ты хочешь быть настоящим революционером, если ты хочешь, чтобы у тебя была 1000 последователей, и твоя малосимпатичная физиономия была на каждой футболке, тебе нужно перестать заниматься детским садом, выйти на баррикады, крушить витрины, жечь автомобили, и чтоб тебя каждый день дубинками били. Революции нужны мученики, а не придурки. Все в силе. Я потянусь часам где-нибудь к 8, да? Ну, тогда увидимся. Все, брат. Пока. Это мой лучший друг Вадик. Раньше он был неформалом, учился в МГУ и гонял на байке. Потом удачно женился и занял место в крупной табачной компании. Здорово! Здорово! Андрюх! Да! Здорово! Привет, Вадик! Здорово! Куда пропал? Слушай, работа, работа, сам понимаешь. Лида, Лидочка, красавица! Пусти масло, пусти! Пойдем, пойдем, пойдем! Спасибо! Хорошо отдохнуть. Ты свалишь Нью-Йорк, а клуб повесит на нас. Я не думаю, что он готов к этому. Чего ты прибедняешься, Макс? По сравнению с вашими компаниями, ночной клуб — это так, детский сад. Это не вопрос схемы, вопрос личной готовности. Да, нет, все. Ну хорошо, а что с документами? Мы будем соучредителями. Соучредителями. Документы не вопрос. Исправим за несколько дней. И еще, мы вкладываем по 300 штук. И управление клуба наше. Мы хотим не 20%, а 30%. А иначе нам просто неинтересно. Я даю вам готовый бизнес. Только бабки вкладываю. Вам что, все мало, что ли? Маловато будет. Но я не могу принять это решение один. Посоветоваться надо. Ладно. Отложим этот вопрос до завтра. Сейчас есть кое-что поинтереснее. Настоящий колумбийский став. Отдыхайте. Вась, ну какие 30? Они сейчас соскочат. Не ссы, это они боятся, что мы соскочим. Согласятся на 25. Я жопу чувствую. Давай-ка. Стоять спокойно, бля! Понятые, смотрим внимательно. Вас не понял, студент.
О, смотри, дилера взяли. Вы понимаете, что будете сидеть не на подписке? Ладно, сколько вы хотите денег? Пиши. Задержанные. Предлагали взятку. В размере. Сколько предлагали? Пиши. 10 000 долларов США. 10 000. Вечер добрый. Поговорить на минутку. Ничего не забыли, пингвины? Что ты? Спасибо, Мишань. Выручил. Да ерунда. Мы тут с Саней подумали насчет 30%. Многовато. Мы предлагаем 25, это максимум. Извини. Я согласен. Я тоже согласен. Это славно. Что ж, тогда предлагаю поехать смотреть наш клуб. Ну чего, поехали, партнер? Поехали. Место находится в центре. Здесь охраняемая территория, паркинг, так что аншлаг обеспечен. Тут будут металлоискатели и фейс-контроль. Мы в списке. Вуду плюс двое. Здесь, я так понимаю, будет гардероб, да? Здесь. Там туалеты и бар. Всего 3 помещения. VIP, бизнес и эконом. Как в самолете. Ух ты! Диджейский пульт. А что у нас со звуком? Обижаешь. Function One. $1,000,000 за саунд. $1,000,000 за звук? Именно. Моя гордость. Последнее достижение архитектуры – мобильные стены. Все в движении, пространство постоянно меняется, любые формы. И огромный танцпол. Здесь у нас будет VIP-ложа. Макс! Правда, пока отделку не можем сделать из-за строительных работ. Но я думаю, все наладится. Прошу. В середине и выше будут 2 площадки гоу-гоу. Букинг артистов я беру на себя. Планируем где-то 48 привозов западных диджеев. Подожди, подожди, это каждые выходные? Именно. Не, дороговато. Как ты думаешь, мы скоро вернем наши бабки? Не имется. Денег хочется. Да. Денег и славы. Таблеток нам надо от жадности. Да побольше. Я не жадный. Я семейный. Не бойся, у нас будет 100 таких клубов. И работу нафиг. Нет, я еще подаю французских пенсионеров. Ой. Смотри, у тебя бабочка улетела. Улетела. Прилетит. Thank you.
для тебя много интересного. Заканчивай с гридо собачиться. Он на тебя весь вечер Норману капал. А ты еще смылся куда-то? У меня были очень важные встречи. Гридо что-то задумал. То он и так через день Норману стучит. Я знаю, что это крыса пишет доносы. Но я не хочу, чтобы в моем кресле сидела его французская жопа. А что он может сделать? Договор с девелопером подписан, транш уже ушел. Вся Москва только говорит о рае миллионеров. Это ты молодец. Ты, главный сынок, сейчас не выкинь что-нибудь. И с бабами. С бабами поосторожней. Алексей Алексеевич, мне тут надо на пару дней в Питер смотаться с проверкой. Так ты бы сразу и сказал, что ты хочешь сменить обстановку, развеяться, я не возражаю. Слушай, может, и мне с тобой махнуть? Алексей Алексеевич, вы нужнее здесь. А, точно. Опа. Садись. Что, с дуба рухнула? У меня вообще-то поезд через 3 часа. Ну, удели мне час. Я потом отвезу тебя на вокзал. Без пробок. На, переодевайся. А это что буду делать? Сориентируешься по ходу пьесы. И приветствуем наших друзей Бима! Привет, ребята! Я представляю вам Бима! Бим, ты потерял. Бим, ничего не терял, не мое. Ты должен поднять. Что ты потерял? Привет. Здорово. Курить будешь? Нет, спасибо, у меня свои есть. Не рановато ли куришь? Собираюсь бросить. А ты смешной. Спасибо за комплимент. Хороший клоун, наверное, много зарабатывает. Ну, в общем-то, неплохо. Лёша. Макс. Чего ты такой лысый? Это от химиотерапии. В смысле? Нахера ты меня сюда потащила? Не знаю. Хотела, чтобы ты понял, наша акция — это не просто. Но я хотела достучаться. Достучалась, идиотка? Конечно. В вашем глянцевом мире не существует больных, инвалидов, уродов. Да, Макс? Не напоминает нацизм? Чего ты от меня хочешь? Чтобы я утки выносил? Я всего добился сам. Я не виноват, что я не инвалид и не урод. А по-моему, ты инвалид и урод, Макс!
парню дыму. Леш, сколько осталось? Может, месяц, может, меньше, он у нас долгожитель. Я вернусь через 2 дня, позвоню. Ну, давай. Хорошо тебе съездить. Чего сидим, кого ждем? Макс, а пошли покушаем. Сильно ты меня, Макс, не любишь. А почему? Потому что ты в 95-м году пивом в ларьке торговал. Водочку с батяни бухал под шашлычок. А я в это время английские учебники по экономике штудировал. Ты свою первую зарплату на бэху 4-летнюю потратил. А я поехал в Рим и Флоренцию смотреть. Потому что не могу себе позволить держать в руках книгу «Слепой против бешеного» и угорать над комедий-клабом. А чего же тогда ты здесь делаешь? Как вы говорите, в этой стране. А я здесь живу. И хочу, чтобы в этой стране все было как-то нормально. Чтобы мода была нормальной. А не от Славы Зайцева. Чтобы жизнь была нормальной. Чтобы «Спартак» с «Зенитом», блядь, играли как «Интер» с «Миланом». Допускаю, что большей части населения все это нахер не нужно. Но я вас не призываю в свой мир. Оставайтесь в своем. Только меня туда тащить не надо. Херня это, Макс. И дело не в Флоренции, не в Риме, не в «Спартаке» с «Зенитом». Людям ведь везде одно и то же нужно. И ты, по большому счету, от меня ничем не отличаешься. Только я свой кусок аккуратненько отщипываю и детишек кормлю. Вот ты смеешься, а я уже дом построил и дерево посадил. А ты кокос нюхаешь и думаешь, что у тебя хер длиннее всех. Я знала, что ты прискачешь, когда файлики откроешь. Подряд получает одна и та же компания. Гуляки в Москве прикрывают, оседает там 1200. И главного, хочу, чтобы ты эту тварь Гулякина уничтожил, а меня сделал я. Я сразу понял, зачем ты приехал. Мало мне этого Гулякина. А что ты вообще хочешь-то, а? Я хочу знать, с кем ты в Москве делишься. Тебе рекламный бюджет увеличили на 50%. Не говори, что за просто так. Скажешь, кто, я твой питерский гадюшник трогать не буду. Разберусь по-тихому в Москве. Нет, вылетишь ты прямо завтра. В общем, это... Давай. Давай, давай. Гряду. Вот сука. Привет, я в Питере. Напомни адрес, я опять забыл. В Москву переехал. Чё ты тут застрял? Да не люблю я вашу Рязань. Чё, прости? Рязань. А-а-а. Рязань, она и есть Рязань. 90% населения из колхозов приехало. А у вас? Разрух со времен блокады. С Невского свернешь, сразу 300-летие видно. У нас духовность. Ты посмотри на Васильевский, на Петропавловку. На каждом углу мемориальная доска. Поэт жил, писатель. У вас духовность, как у алкашей, бля.
пошел, бля, в магазин, бля. Только у вас питерская интеллигенция вместо «бля» вставляет духовность. Давай с тобой об общественном поговорим. Угу. Че думаешь? Ничего хорошего. Сиди, сиди. Не вставай. Сиди. Это вы так летаете и от бед простых граждан спасаете? Ну, летаю. Ну, спасаю. Я бы очень хотел бы вам помочь в вашем непростом деле. Что я для вас могу сделать? Анашу, заканчивай курить. Сходил бы лучше в Эрмитаж. Или... Кунсткамеру. Город-то замечательный. Мы его отремонтировали на 300-летие. А ты сидишь здесь, убился как полено. Ты вообще знаешь, что ты делаешь, когда куришь анашу? Не. Помогаешь международному терроризму. Так я ж не знал. Знаешь что? Иди спать. И товарища своего забери, а то замерзнет. Кофе пить будешь? Нет. Я вчера Супермена видел. Но это меня не удивляет. Ну, вот и закончился мой отпуск. Поехали на вокзал, а то я вовсе опоздаю. Поехали. Москва, город контрастов, студенчество и прочего. Как ты нашел меня? Непросто. Зачем? Я хочу тебя пригласить на день рождения. Забавно. Сколько тебе? Лермонтова в моем возрасте уже застрелили. Тебе идет. Возраст? Очки. Как Питер. 98% влажности, порывистый ветер. Я там Супермена видел. Прогуляемся. Нет никакого дня рождения, правда, Макс? Ну, я не успел придумать ничего получше. Но раньше это срабатывало. А теперь не сработало. Больше напоминает свидание? Почему бы и нет? Не похоже на тебя. А что ты слушаешь? А, Cure, Close to Me. Мне больше нравится... Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. Почему ты все время пытаешься меня купить, Макс? Юля, если хочешь, ты можешь приехать ко мне на квартиру, узнать обо мне все. Что я ем, что я пью, что слушаю, что читаю. Хочешь, можешь порыться в моих фотографиях. Взломать мою личную почту. Узнать много нехорошего. У тебя будет возможность уехать или остаться. Мне пора бежать.
Поздравляю, партнеры. Так загорел. Форте дель Марми. Отстой полный. Надеюсь, за корпоративный счет? Ну, а как еще? Кофе. Ну, какие новости в индустрии? В закрытии с бонусами всех кинули, я в шоке. Да, большой папа вставил папе Джуниор по результатам последнего квартала. И что ему будет? Да ничего не будет, что ему будет? Ну, а у вас какие планы, Максим Евгеньевич? Ну, а у нас папа все в порядке, я его перед уходом радую. Только что из Питера одного лягушатника за откаты накрыл. А я слышал, Кондратов хотит новую команду. Ему бюджет дали 50 миллионов. Да, а 45 он нанял себя. Да, походу, стройка заваливается, вот он сливает старую команду. Тебя-то позвали? Да. Нет-нет, у нас там все полным ходом. Я его каждый день вижу. Читали в коммерсе, как двойка нагибает верное решение? О, можешь переслать? Кстати, видели новую шестерку? Нет, пора менять свою. Я случайно заходил в ваш кабинет, Макс, и взял белый пиль со стола. Это заключение экспертизы. Наркотик. Кокаин. Но это еще не все, Макс. Я так немножко проверял проект «Рай миллионер». Говорил местный житель, спрашивал администрацию, документ, архив местный. Очень странное место, Макс. В 30-е годы при господине Сталине на территории военной части, которая находится на этой земле, был секретный полигон химических боеприпасов. И в лесу там везде есть захоронение, и там нельзя ничего строить, Макс. Но девелопер и не собирался ничего строить. Он даже не заказывал никаких проектных домов, проектной организации. Вы, Макс, взяли деньги за кредит. И что ты сказал, Макс? Я вчера отправил все эти документы к моему офису. Вы уволены, Макс. Большой откат взял. Ты чего, сынок? Решил одной жопой на две дырки сесть. И откат взять, и у французов бонусы за удачный проект перед пенсией получить. А ты что ж не проверил? Что ж ты подмахнул-то, не глядя? Ты думал, ты здесь умнее всех, что ли, щенок? Ты думал, на мое место сесть? А я на пенсию ни хрена не собираюсь. И морда твоя высокомерная мне вот здесь уже. Максим Евгеньевич, хотите, я вам врача вызову? Не плачь, старушка, не повезло тебе с начальником. Так он ни разу тебя не отымел на столе. Так. Лучше отправь это. Нет. Поставь этот диск по громкой связи, а потом отправь его в главный офис в Париж лично месье Норману. Я знаю, вы еще вернетесь. Я вас буду ждать. Чего уставились?
Я одно не могу понять. Почему это, в общем-то, не глупые люди, получившие неплохое образование, изо дня в день стараются выглядеть тупее, чем они есть на самом деле? Старательно изображают из себя идиотов. Я нас ненавижу не за то, что мы клерки, а за то, что мы мечтаем быть клерками. Чего уставились? Порадовались бы сокамерника. Ему досрочное освобождение дали. Ты считаешь это нормально, Макс? Ты, между прочим, сама виновата. Да-да, конечно. Ты мне тут не да. Ишь ты. Я тут, блин. А ты вообще тут, а? Че тишина, да? Мне ничего, тебе не надо. Тебе не верь. Так, все, Максимка, хватит. Слушай, все, давай спать. Я чем тебе женюсь? Раздевайся. Вот так, да, да? Панцик. Вот так вот. Давай. Все, Макс, все. Не все можно. Я говно. Ты идиот, Макс. Овца. Так. Давай. Раздевайся. Быстро раздевайся. Быстро.
последних корпоративных новостей. Какие новости? Голову от задницы отличить не могу. Вице-президент и руководитель департамента Мегаполисбанка были уволены, причем, заметь, в один день. Круто. Слушай, а это правда про Питер говорят? В смысле? Ну, в общем, все говорят, я думал, ты мне сам об этом скажешь. Вать, не тяни кота за яйца, говори. Говорят, что тебя уволили, потому что ты откаты вымогал с питерского филиала. Пидорасы. Да я тоже говорю им, херня все это. Тебя, кстати, занесли в черный список. Ты даже курьером не сможешь устроиться. Хорошо, что у нас клуб без тобой, а? Так, а с Горидо что? Да слушай, да кому он нужен будет во Францию кого-нибудь там отсасывать? Ну, хоть здесь хорошо. Ну, давай, пока. Не расстраивайся. Созвонимся. Как-то непросто все. Блять, как все непросто-то. Алло? Юль, привет, это я. Алло? Юль, это я. Я хотел... Шутка. Вы говорите с автоответчиком. Оставьте свое сообщение, и я вам перезвоню. Приветствую, уважаемый. Здорово. Ну что, как обычно? Фу, так, ждать здесь. Здорово, Макс! Здрасте. Как сам? Прекрасно. Лучше, чем хотелось бы. Читал про тебя в «Коммерсанте». Красавец. Мечты сбываются. Что будешь делать теперь? Напишу мемуар и поеду в мировое турне. Да ладно, ты не психуй. У меня 2 года назад дом сгорел. Со всеми вещами, с техникой, с зимним садом, с собакой и тещей. Фух. Кстати, а не хочешь вложиться в небольшой, но очень прибыльный бизнес? Боюсь, что нет. Да погоди ты отказываться. Супер тема. На днях мы с Мишей Вуду новый клуб замутили. Мега проект. Бабки отобьешь через 1/2 года. И выход не слабый. Макс. Извини. Миш, привет. Здоров. Надо пару слов перекинуться. Давай завтра, старичок. А то я уже в отробе. А ты где? Я сейчас подъеду. Завтра, старичок, завтра.
Сколько будем отвечать? Ну, куда не поехали? А? В отель. Не особенно празднично. Уважаемый, а где клуб? Клуб где? Ну где танцполе? Где эти мобильные стены? Где в конце концов бар, на котором я стоял? Послушай, здесь вообще кто-нибудь был с утра, а? Ну, рабочий, например. Вечером рабочий был. Много вещей выносил, машина грузил. Вносил, выносил? Русским языком тебе говорю. Выносил. О, приехал, блядь. Совладельцы. Где Михаил? Нам Вуду нужен. Миша Вуду. Самолет через 4 часа. А ты решил на завтра всех партнеров собрать? Ага. А сколько их, кстати? А хер его знает, я же их не считал, Макс. Ай, что будет, даже жалко улетать. Зачем так, Миша? А здесь бабки халявные, Макс. Легко получить, легко просрать, а там же корячиться надо. Сейчас, извини. Здрасте. Я совладелец клуба. Здесь, по-моему, все совладельцы. Очень приятно. Это вся охрана? А кто не знает, где Миша Вуду? Да бери больше. Для старого друга тебе не жалко. Да подавись ты. Я вот не пойму, вам там в Америке Вуду что-то подмешивают? Такими пидорасами там становитесь. О, слушай, я не задумался. Может, правда подмешивают, я узнаю. А чего ты этот член постоянно во рту держишь? Этот? Имидж, Макс. Имидж. Макс тоже вписался. Дебил. Привет, дорогой, привет.
Нас кинули. Это наши с тобой партнеры. Нас подставили. Развели, как лохов. Нет никакого клуба. И не будет. А твои друзья уже куда-то соскочили. Вадь, они такие же мои друзья, как и твои. А что такое спокойное, а? Может быть, тебе твои денежки похеру, а? Вадь, возьми себя в руки и перестань орать. Это ты меня в это втянул. Это я из-за тебя все свои деньги просрал. А может быть, ты с ними в доле, а? Они тебе откатили? Вадя! А сейчас смеешься, как крыса надо мной, а? Вадя, это всего лишь деньги. Макс! Макс, бумажки, Вадя! Где мои деньги? Бумажки! Где они? А вот это ты, Вадим, зря. Я всю ночь спасал твои бабки. Хуй ты когда завтра получишь. Попереживай, сука, помучайся. Может, поймешь, что я твой единственный друг, а это всего лишь бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Говнюк, патологически жадная, сука. Будьте добры, Юля, пожалуйста. Она не хочет разговаривать с тобой. Авдей, позови Юлю к телефону. Амигу не хочет, это значит не хочет. Какие-то еще варианты могут быть. Все, отвали. Вадичка, бери трубку. Вадя. Вадя, бери трубку. Оставьте сообщение. В следующий момент вызываемый абонент недоступен. Ну, они не вызывали. Я тоже вызывать не буду. Я поехал. Давай. Обычная тема.
собі фачі ведер, он клопимо джинатами. Алёночка! Королевна! Помоги, тут видишь, какое дело. Только ночью? Ну куда ты, Алёночка? Но идея. Холодно, яма. Прошу, ради бога, тихий час. Все посещения уже закончены. Вы меня слышите? Видите, все дети уже спят. Господи. А где маленький мальчик такой, Лёша был? Где он? Алёша? Так вам Алёша нужен? Алёша в реанимации. Впал в кому. И уже не выйдет до конца. Понятно. Понятно. Извините. Сказал. Не подожди здесь все. А эти дубинками не начали махать. Пойдем. Макс, ты чего хочешь? Ты хочешь, чтобы я с тобой жизнь проматывала? И потом гордилась этим, да? Я бы сдохла от такой скуки. Я сам бы сдох, если не ты. Хватит врать, Макс. Уходи. Хорошо, хорошо, я ухожу. Просто дай мне время. Ладно. Давай вниз, уйдем отсюда. А потом. Потом все остальное. Хорошо? Твое место на помойке. Ты не изменишься, Макс. Уходи, я сказала! Все, ваше время истекло, считай до 10. Раз, два, три!
Помогите! Помогите! Пожалуйста, скажите, где вы находитесь? Меня сдавливают со всех сторон! Успокойтесь, все будет хорошо. Как вас зовут? Скажите, вы умеете. Алло. Макс, привет. Юль. Ага. Привет. Слушай, ну как ты? Мне хорошо. О, круто. А ты где? Слушай, я в полиции. Заберешь меня? Я сейчас приеду. Широким и узким улицам спускаемся в подземные переходы. И есть ощущение, что мы часть какой-то большой недоигранной коды. Мы кажемся себе теми, кем хотим казаться. Иногда мы считаем, что легче уехать, а потом понимаем, что нужно было остаться. Мы считаем себя умнее всех, кто был когда-то до нас. По количеству денег возводим друг друга в отдельный класс. Большинство из нас считает себя умнее большинства и постоянно друг с другом о чем-то спорит. Это похоже на моду, которая была всегда. Так волнуется песок на дне моря. Мы не твои окна, как
которых нет стекол. Мы ритмы улиц, которые не проснулись. И всю жизнь мы хотели изменить мир к лучшему. Кто-то писал об этом в прозе, кто-то в стихах. Но непонятное чувство безразличия появляется на борту самолета, летящего в облаках. Нам скучно жить, и от этого много проблем. Мы занимаемся не тем, чем хотим. Чувствуем себя частью выдуманных систем. Любовь превращается в привычку и обязательство. Остается безразличие, которое морально можно не считать предательством. В суете будних дней мы как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей, то ли люди изменили его. Мы ритмы,